Привет! Сегодня вы на канале Models on the Wall. И сегодня у нас будет распаковка Hot Wheels. И не только Hot Wheels, Matchbox. У меня здесь кое-где есть распакованные. Давайте начнем с Honda Civic Custom. Такой вот Civic. Он уже распакован. Если кто-то хочет посмотреть его распаковку, то я прикреплю в описании под видео ссылки на шортс-видео с распаковками моделей. Вот такой вот Honda Civic. Такая вот карта. Так, почему-то здесь не продавлено. Дата производства вообще не продавлена. Нет ничего. Ну, 22-й год. Блин. Так вот, Civic. Все крутится. Ну, такой вот Civic. У меня же такой же есть синий. Так, вот он. Вот такой вот синий. Точно такой же. Но красный мне больше нравится. Ну, такой вот Civic. Так. Мы их, наверное, будем ставить. Так. Давайте я вам покажу следующее. Кукомби. Так вот будем ставить. Так вот, кукомби тоже новый, уже распакованный. Ссылку на это видео по распаковке кулком я уже вам прикреплю в описании под видео. Так, опа. Вот такой вот кулкомби. Moon Knights. Так, наверное, я опущу немного камеру. Чтобы было удобнее показывать. Такой вот кулкомби мун, блин, без прокраса спереди и сзади. Назван он классный, мне нравится. Так, вот туда его будем ложить. Следующая, тоже распакованная модель, это уже Matchbox. Это Land Cruiser FG40. Такой вот старенький, блистер пробитый. А, кстати, дату производства не показал, кулкомби. Так вот, продавлено. 22-10 месяц. 23-го года уже модель, коллекция. Ну, вот такой вот Matchbox. Дата изготовления тоже не подавлена. 22-го года модель. Вот на него тоже будет ссылка на распаковку. Такой вот Land Cruiser. Красивый. Белая крыша, мне очень нравится. Полоски. Ничего не прокрашено, а сама модель очень классно смотрится. Особенно на полке, когда она стоит, очень красиво смотрится. Такая вот модель. Ну, я советую брать эту модель, очень классная. Для, прям, не знаю, диорамы какие-то. В лес что-то вот можно ставить, типа, или... Диорама, лес какой-нибудь, типа оффроуд какой-то, прям очень подойдет. Или пустыню какую-то сделать диораму. Так. О, давайте вот так ставить их. Комби. Здесь, наверное, будем скорее ставить. Civic. Буду ставить так. Вот последняя модель. На эту ссылки нету, как я распаковал. Это просто распаковал.
аккаунт. Так, давайте посмотрим. Карта. Rally Champs. Audi Sport Quadra. Дата изготовления. Так. 8 месяц 22. Ну, это тоже 23 года уже коллекция. Так, это все уберем. Колес. Эти карты. Коробки. Аккаунт. Раллийная модель. Quadra. Audi Sport. Мишлен есть. Спонсор. Билстейн. Вэлла. Ой. Кэлла. Значок аудио. Кстати, прекрасно сделан. Хорошо. Прокрашено здесь также все сделано. Сзади ничего не прокрашено. Ну, неплохая Audi. Хорошо катается. Вот здесь, кстати, какой-то вырез типа воздухозаборника. Вот хорошо сделано. Хорошо все крутится. Ну, советую взять. Тоже классно. Если вам нравится, то берите. Классная модель. Так, а теперь уже идут модели, которые будут распаковываться прям перед вами. Вот такой вот Камаро 68 года. Запакованный. 10 месяц 22. Коллекция 23 года уже. Такой вот Камаро. Давайте распакуем его. Так, чуть-чуть додвинем их. Задний план чуть-чуть подальше. Такой нож у меня. Она, кстати, могла быть в СТХ-версии. Если кто знает, что такое СТХ, могу сейчас рассказать. СТХ – это модель со значком. Вот на картонке, вот здесь вот, СТХ-версия. И у нее специально как раз есть значок ТХ. Он обычно, вот у этой модели он здесь пишется. Ну и резиновые колесами отличается еще. И краской. То есть это обычная модель. Не СТХ. Копа Камаро. Даже копа, да, копа Камаро. В таком цвете вот, красивом. Мне понравилось, я ее взял. Ну да, конечно, такая вот типа по дерби раскраска, конечно, биться машиной. А так модель классная. Так. Опа, что-то торчало кузов. Вот такая вот модель. Передний не прокрашен, и зад тоже. Сбоку Камара. Hot Wheels. Воздухозаборник такой вот. И спойлер есть. Стекла голубые. Ну, хорошая модель. Тоже на любителя пойдет. Такая вот карта. Art Cars. Коллекция. Ну, вот такая вот картонка. Карту убираем. Так, следующая модель. Ну, эту я распаковывать не буду, так как она у меня продается. Кому интересно, заходите, заказывайте Авито доставкой. Хорошо упакую. Углы все целые. Не замято вообще. Заломов на карте нету. Только вот карта начала вот отклеиваться. Но это ничего не страшного, если вы их соберете в запаке, можно будет подклеить, либо так оставить. Так она запакована. Вот такой Lexus у меня еще есть, я взял недавно. Lexus LS400. Это изготовление, ага, 22 год. Ну, его я распаковывать, наверное, пока не буду. Наверное. Я на него хочу поставить другие колеса, свапнуть. На резину. Мне не очень нравятся эти колеса, которые на нем сейчас стоят. Поэтому пока запакован будет. Вот это тоже модель я пока не буду сказать, так как она сегодня будет вечером вскрыта в 6 вечера, наверное, примерно, по читинскому времени. Это
Это в час по МСК. Будет. Я ее вскрою. В шортс видео будет видео специально. Такая вот модель. 22 года. Дата тоже не пробита. Но коллекция уже 23 года кейс. А ну вот у меня вот такой есть еще. Райджин. Вот его тоже не буду скрывать. Это ТХ. Вот есть СТХ, есть ТХ. Вот серый значок. У СТХ золотой значок. Вот на самом модели вот такой есть значок. Это вот Treasure Hunt. Такой. Ну, может, чуть позже скроем. Но вот что мы сейчас скроем. Вот такой вот 5-пак. Сейчас я попробую вот так сделать. Повыше поднять камеру. Вот так. И показать. Вот такой вот 5-пак. Классно. Запакованный. Так, давайте опустим камеру теперь. Чтобы нам было удобнее распаковывать. Вот он, пятипак этот. Так. Здесь сейчас аккуратненько подрежем. Да блин, что-то не режется. Опа. Вроде бы открыл. Да, открыл. Вот все распаковал. И давайте достанем уже эту модель. О, классно. Начнем мы. Ну давайте вот с этой фантазийки. Ну, такая вот фантазийка полицейская. Насчет то ставить, я не знаю. Буду я ее оставлять. Альфа пурсует. Может быть, продам, если кому-то будет интересно, то пишите. Может, продам ее. Вот что такое. Опускол. Угу. Небольшой скол. Ну, я его, наверное, подделаю. Уберу его. Нет, не упал. Такие колеса. Хорошо катается. Полицейская такая вот модель. О, следующая. Это уже Mazda RX-7 Savanna. Вообще красивая. Классно смотрится. Желтенькая. У меня есть красненькая такая же Mazda. Mainline версия. Вот она. Вот они. Они две очень все похожи, все одинаково. Да, вот они две одинаковые модели. Ну как, где это изготовлено? Это Индонезия, а это Малайзия. Ну, такие вот модели. Две Мазды. Классно выполнены. Желтая тоже прикольная. Ну вот, пока уберем. Идем дальше. Так, а ну вот покрас, кстати, есть у этой модели. Сзади вот в фарах. Хорошо сделано. Значки Мазды RX-7 есть. Следующая модель — это Прелюд. В белом, он даже капот белый. У меня есть еще два таких прелюда. Желтый и красный. Сейчас я покажу их сравнение.
Вот желтый и красный сейчас достану. Так делаю. А вот. Вот они. Три прелюда. Желтого того вот косячок здесь немного. Цвет. И все. Все остальное. Все в хорошем состоянии. Даже в идеальном. Белый такой прилюд. Made in Indonesia. Вот такой вот. Они все одинаковые. Только у этого. А, у этого это сползла. Декаль, смотрите. Вот. Сравнить с желтым. Видите, где декалька. Значка. Должна быть. У этого вот тоже хорошо она сделана. Вот она декаль. Значка вот. Вот этого. Вот здесь она должна быть. Сюда их поставим. Эти вот. Вот следующий, кстати, Датсун. Это второй Датсун, который у меня есть. Белый есть Датсун у меня. Такой вот Датсун. Кайда Хаус. Красиво сделан. Прикольный Датсун. Идем дальше. Вот еще. Такой вот есть. McLaren Speedtail. Вот не знаю, его ставлю или нет. Так он прикольный. Офигеть, смотрите. Чисто. Была запакована, смотрите, как замята. Погнута. Офигеть, пластик как выгнула. Блин, не знаю, видно, нет. Вот. Он просто. Повыше бы поднять. Только сейчас заметил. Вот его замяло. Его вогнуло, блин. Странно. Очень. Видимо, с завода такая гнутость была. Потому что повреждений каких-то нету. Ну да, он что-то с ним было. Твердый сильно пластик. Ну и вот такой вот у нас еще Макларен. Красивый. Такой прикольный Макларен. Ну вот, все модели, которые я сегодня распаковал. Этот в скором времени ждите распаковку, наверное, шортс видео будет, либо обычный ролик. Не знаю пока. Ну и не забывайте, у меня есть еще премы. Три према вот таких вот. Такой вот есть Fast Furious и Supra. Кому интересно, заказывайте. Вот такие вот премы. Все в идеале, не мято, не гнуто, ни что. Нет взломов, не бит, блистер, все целое. При отправке хорошо упакую. А на этом все. Всем. А, нет. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скидывайте это видео друзьям, всем коллекционерам, кого знаете. А на этом все. Всем пока. Ссылку на свой вид оставлю в комментариях. Есть еще Инстаграм, кому интересно, заходите и в Инстаграм, подписывайтесь. Там тоже есть много чего интересного. Всем пока.